На трибунах более 1500 человек. Все они пришли на поле ИКАР посмотреть на игру футбольного клуба «Звезд эстрады Старко». Тур «Стремимся побеждать» проходит по городам атомной отрасли в рамках программы «Территория культуры Росатома». На этом поле сегодня встретятся две команды. Самые опытные футболисты «Сарова» и «Звезды эстрады». Но на самом деле мы в душе все одна команда. Матч у нас сегодня договорной. Это не секрет. Значит, победитель уже известен. Это все мы. Это команда «Старко», это команда «Города». Это все. Начинается. Осталось только узнать, с каким счетом будет одержана победа. Гостям предстояло сыграть матч с нашими спортсменами. В саровскую команду вошли представители администрации, муниципальных учреждений, депутаты, сотрудники ВНИЭФ и другие. В начале первого тайма наша команда повела в счете, но буквально через минуту гости отыгрались. Но саровчане оказались хитрее и собраннее. Первый тайм закончился со счетом 2-1. Игра проходит хорошо. Саров, в принципе, пока переигрывает противника. Саровская выиграет все-таки. Наша городская. Мы за них прям топим. Все играют замечательно. Все молодцы. Я думаю, победит дружба. Я считаю, что команда Саров победит. Это безусловно. Но команда соперника тоже сильная. Но все равно команда Саров победит, потому что в первую очередь у нас поддержка, и они играют дома. Все очень классно. Все нравится. Мы не фанатки футбола, но... Замечательно, просто нам нравится наблюдать. Второй тайм оказался насыщенным на голы. Сразу после свистка гости сравняли счет, а после забили в наши ворота еще один мяч. 20 минут трибуна не умолкала. Голы сыпались каждые 5 минут. Итог 4-4. Исход матча решил пенальти. Со счетом 9-10 победила команда «Старко». Впечатления самые приятные. Хорошая погода, солнышко. Мы побывали сегодня в музее, побывали в храме Серафима Саровского святого. Мы увидели даже кортеж президента. Вот, поэтому все прям, ну вот хорошо. Матч прошел отлично. Команда сильная, вежливая, бодрая, резкая, здорово. Также в рамках проекта прошли 3 мастер-класса. Спортсмены по адаптивному спорту учили звезд эстрады играть в бадминтон. Ребята из клуба «Лотос» вместе с гостями из футбольного клуба «Старко» приняли участие в кулинарном мастер-классе. А вокальная студия «Дива» познакомилась со звездами, показали им, что умеют сами, а после отрепетировали песню, которую исполнили на центральной сцене ИКАРА. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.